Десятки регионов, более сотни участников. Такова арифметика турнира по боксу памяти Виталия Карелина. Тверь его принимает уже в 20-й раз. Перед хозяевами традиционно ставится задача покинуть ринг с медалями на шее, причем высшего достоинства. Традиционно турнир памяти Виталия Карелина пользуется популярностью у боксеров со всей России. Недаром этим соревнованиям присвоен класс А. В этом году в Тверь приехали 119 спортсменов из 26 регионов. Об уровне поединков говорит и звездный состав почетных гостей. Впервые за всю историю тверского бокса приедет двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Будет проводить мастер-класс у нас в зале в Пролетарке. Приедет призер Олимпиады двукратный Виктор Григорьевич Рыбаков. Приедет Мурат Храч, призер Олимпиады. То есть состав будет звездный. Ожидается приезд Александра Лебзика. В течение 5 дней боксеры, среди которых 32 девушки, разыграют между собой 18 комплектов наград во всех весовых категориях от 46 до свыше 91 килограмма. Финальные поединки пройдут в субботу. Как минимум в одном будет выступать представительница Тверской области. Вообще перед хозяевами ставятся довольно серьезные цели. Хотя бы 2 золотые медали, минимум. Кто самый сильный соперник наших ребят, как вы думаете? Мы традиционно Челябинск, традиционно Москва, традиционно Магаданская школа очень сильная. Учитывая, что по итогам соревнований 6 победителям от мужчин и 2 от женщин вручат значки мастеров спорта по боксу, то можно надеяться, что кто-то из тверичан сможет встать в один ряд с Виталием Карелиным. Как известно, именно он был первым обладателем этого высокого звания от Верхней Волжи.